Особое место в жизни Владимира Семеновича занимал спорт. И особенно футбол. Конечно, самое главное наше богатство – это наши люди. Я всегда говорил и сегодня говорю о том, что мы все сделаем должны для того, чтобы наши трудящиеся, их силы и дети чувствовали, что с каждым днем становится жить лучше. И это наша основная задача. Сегодня на нашем стадионе состоится матч первого тура между командами «Вечерний Славянск» и «Горняк» Григорий Рог.